Я хочу показать вот этот маленький кусочек, любимый мой кусочек велосипедной дорожки. Она проходит, ну, довольно далеко от океана. Вот. Но здесь, вот на этом кусочке, огромное количество растений таких лечебных. Тут эвкалипт, камфора, а потом сосны какие-то разных сортов. И вот тут едешь, к сожалению, запахи это не передает камера. Тут едешь, очень хорошо пахнет. Сейчас я проеду, к сожалению, очень быстро тут приезжаешь, потому что дорожка идет вниз, вот, потом вверх, вот, но здесь очень приятно пахнет. Мне показал приятель Куприн это место. Я первый раз обратил внимание, в него въезжаешь и сразу такой удар по мозгам. Вот, недалеко дорога. И океан недалеко, вот здесь залив, прямо за этими домами. Вот. А это те дома, о которых я уже рассказывал, в которых, когда продали, хозяин продал, построил, продал все квартиры, оказалось, что он не передал в аренду землю. То есть не передал в собственную землю. Она осталась у него в аренде. Через некоторое время он начал повышать гад цены. С ним пытались судиться, но там не особенно это помогло. Ну что, поехали. Травелик будет короткий, несколько минут. О, сейчас не упасть бы. Мне сейчас кости надо переключать. Живет, представляет себе, как им приятно. Но с другой стороны, это к этому же быстро принюхиваешься, привыкаешь. Какие-то неизвестные мне растения. Я знаю камфору и эвкалипт. Они пахнут вкусно. Чем полезен эвкалипт, я уже рассказывал. Чем полезна камфора, не знаю. Сосны. Ой, какие красивые. Здесь живут счастливые люди. Наверное, очень долго живут. Вообще американцы долго живут. Вот это эвкалипты старенькие.